Всем привет, друзья! Вы на канале Шедр Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий, мы снова в Stardew Valley. Я вам признаюсь честно, что я уже сегодня надеялся увидеть обновление 1.5 на консолях, но его нет. Его пока еще нет на момент записи этой серии. И я думаю, что, возможно, уже точно следующая неделя станет той самой, когда оно появится. А дело в том, что нам уже нечего делать реально в этом сезоне. Ну, только заработать 6 миллионов, как я уже сказал. Но самое страшное, это то, что впереди зима. У нас не будет трюфелей, и заработок будет очень медленный. И нужно будет чем-то заниматься. Так, духи в добром расположении духа. У меня, по идее, уже даже достижение... Подожди, я не посмотрел. Погреб этот у нас вино будет. Даже достижения у нас уже практически закончились. Осталось одно такое крупное, это добить всех монстров. По монстрам ситуация следующая. У меня остались только мумии проблемные. Остальных там можно пойти бахнуть тех, добить тех. Но это уже целенаправленно надо идти. А вот мумии, у меня вообще проблема с мумиями. У меня надо убить 100 штук. А я убил, по-моему, только 5 или 3 мумии убил. Ну, не до них, в общем, короче, мне было. Давай, наверное, все сброшу. И предлагаю сегодня пойти... прогуляться, наверное, в шахту черепа. Тем более дождь, сегодня трюфели все равно не будет. И пойти набить мумий, хотя бы, ну, штук 10. Именно, знаете, охотник на мумий. Назовем мы эту серию. Дайте мне еды какой-нибудь, которую у меня уже дофига просто. Мы же сделали квесты. Не квесты, а достижения на еду. У меня 3 сундука еды, ну, смотрите. Ну, реально, можно брать что хочешь и идти куда угодно и делать что душе угодно. Но мы отправимся сейчас именно туда. Так, 23 и 2 закуски, бомбы. Бомбы мне нужны, бомбы я куплю. Я не буду брать те, что у меня есть в сундуке. Давайте отправим... Ой, виноград поспел нас собрать. Я же не знаю, вернусь сегодня, не вернусь. Шахты черепа, может, меня там убьют, всякое бывает. При этом надо виноград обобрать. Хотя можно виноград с собой взять. Если будут легонько бить, то можно его подъедать. Сколько тут у нас? 3-4 по 53 энергии. Тут 9 по 38. Но это многовато, конечно. Я возьму только 9. 9 и зажую, я думаю. Так, это пошло. Это пошло. Все, погнали. Давайте, раз нас реально заставляют ждать. Ну, мы-то ждем уже давным-давно на консоль. Так, все, у меня все есть. Нет, шахту надо купить, пойти этих. Подожди, ты тут берешь много всего лишнего. Давай, наверное, ты это выложишь. Инструменты, потому что, может, там руда какая будет, а мы из-за них ее не возьмем. Там рыба ловит, вряд ли будем вымывать. Тоже ничего не будем косить, вряд ли будем. Мотыга, возможно. Так, топор. Топор можно не брать, это тоже можно не брать. Отлично, все. Обратный путь у нас есть, билет. Еды запасся, 23 штуки по 115. Еще и всякие закусоны. То, что надо. Только найти надо сейчас бомбы большого радиуса. Напомню, мумию можно убить только с помощью бомбы. А так как мы охотники на мумий, то вот как раз... Нифига себе, слив нападало. То вот как раз вот... Фундуков, но я уже не пойду складывать. Хотя место занимает, они ж жалко их есть. Они-то хорошие. Я не думал, что их столько тут навалит. Так вот, когда мы выполним мумию, тогда уже тема с получением достижения по этим тварям тоже можно будет считать закрытой. Можно будет приблизить, по крайней мере, закрытие этой темы, так как слизней осталось там меньше. Меньше, по-моему, 30 штук. Я там смотрел же в прошлой серии, да? А остальные там уже по 5, по 10 осталось, под, ну, где-то 20, может, где-то 30. Но сам факт, что после уничтожения... тварей из пирамид. Остальные уже будут у нас под колпаком. Так, короче, приятель. Продай мне бомбы. Мне нужны, наверное, мега-бомбы. По 1000. Ну, дай мне штук 20, наверное. 20 таких, а это по 600. 20 зачем мне так много? Ну, не знаю, 20 тысяч потратил. Дай мне, наверное, штук 10 вот таких. Не, давай их побольше. Я... Сколько мне мумий надо убить? Штук? Столько не хватит. Давай так. Но маленькая по 300. Ну, маленькая. Можно и маленьких набрать. Это чисто для целенаправленного уничтожения мумий. Все, набрал я дофига. 18.50. Давай, наверное, телепортом. Да? Давай телепортом.
Так будет быстрее. И со всего разгона несемся вниз. Тем более фруктов у нас сегодня нет. Не знаю, есть ли или нет катки или вино. Возможно, пропустим. Это, блин, надо взять с собой. Это нужно. Так, нам надо в пустыню. Тут всегда тепло и хорошо. Поэтому побежали прямиком в шахту. Дайте мне меч. Дайте мне меч, я готов сражаться. Ну давайте, мумии. Мы вас ждем. Появляйтесь, гады. Я знаю, что они пониже там где-то сидят. Поэтому надо разбивать. Сейчас все придет. Тут можно не разбивать, конечно. Я слышу, летит одна тварь. Тихо. Хорошо. Кстати, змеи мне тоже нужны. Признаюсь честно, змеи мне тоже нужны. Вот насчет этих тварей я не знаю, нужны они мне или нет. Но я их не могу убивать. Подожди, готово. Тут мумий тоже нет, да? Слизни нужны. Слизни нужны, и я знаю, что здесь много их сразу может выпасть. Штук 30, по-моему, слизни надо. О, еще и выход сразу появился. Так, ждем мумий. Вот здесь мумии, вот в этом месте. Привидения не помню. По-моему, нужны. Призрачные твари, или как их-то называют. Сразу выход дают. Так, мумия. Это же ваше место, алло. Где вы находитесь? О, отлично. Не сюда. Так, это, конечно, хорошо, но бомбы надо положить вместе. Где они? А, они так вместе. А, ну вот этой маленькой смогу их шлепнуть, а ну. Да. Это убийство мумий. Это, в принципе, круто. Это круто. Одну убил. Одна есть. Вот еще одна. Отлично. Иди сюда, друг. Иди, мой друг, сюда. Уйди теперь отсюда. Да, змеи мне тоже нужны. Как раз змеи мне тоже нужны, причем очень сильно. По-моему, вторые после мумии. Сколько их там надо набить? Точную цифру сказать, конечно, не могу, но... Наверное, штук 50 змей надо убить. Так, давай, наверное, здесь еще взорвем. Сейчас я посмотрю внизу, нет ли кого. Змей или мумий. Никого, ни тех, ни других. В принципе, можно идти здесь, не обязательно скакать через ямы и дыры. Просто идти вниз и надеяться, что здесь будут мумии. Мне что, надо найти именно этих тварей, а никаких других. А, вот одна. Ну да, здесь надо их, конечно, выискивать. Тут придется походить долго. Давай, можно было маленьких бомб там брать. Ох, тут даже ткань выпадает, ничего себе. Так, тут не было ни одной мумии. Сколько я, трех убил уже? Трех убил, да, нормально. У меня здесь не было мумии. Так... Это тот мумий... А, мне еще вот эти нужны динозавры. Ну, динозавры мы в дополнение налупим. Столько, сколько надо. Ну, вот такую большую карту рванул, и ничего не выпало. И ничего не выпало. О! Отлично. Мне тут ничего не выпало. Я тоже хотел посмотреть. Вот эти твари, не знаю. Но... Ой-е. Нет, в принципе, мне нужно. Мне это нужно. Иди сюда. Как раз змеи мне нужно. Я так понимаю, это змеи, да? Ну да. Как раз я их атаку и отобью. Нужное количество. Даже бомбу дали. Ну что, десяточек хлопнул. Кого-кого, вот этих тварей я набил нормально. Тогда 7, наверное, один острый уголь. Как раз очень хорошо зашел. И что самое интересное, ничего другого здесь не появилось, хотя был выход прямо тут. Можно было бежать смело и выходить. О, иди сюда.
что нам всем нужен. Ну, для таких случаев как раз одну бомбу и положим. Отлично. Значит, с них падает ткань. Да, они же в бинтах. О, было классно, когда вы по 5 нападали. Помню, были места. Сразу 5 или 6 штук. Летело. Но ткань практически гарантированно с них падает. Я просто их мало убивал, когда... Блин, золото собирать? Нет, я тут не знаю, собирать, не собирать. Вот тут тоже... Нет, тут их нет. Блин. Давай, чтобы они тут. Выход открыли, тут мумий нет. Нет, сразу же. Так, тут тоже предлагают уйти. О, о, слизни. Слизни, 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 змеи, змеи, если вы змеи. Так, еще одна летит, сейчас, сейчас, сейчас. Этот не за 10 считается слизни, было бы здорово. Уголька куча. Куча уголька, это же возьмем. Хоть бы по слизням выполнит. Но я могу залезть, конечно, к себе в этот... Там я слизни произвожу. И там набить сразу 20 штук. Так, давай, наверное, большую сюда. Ты не успеешь убежать, конечно. Бывает. О, вот это вы мне и нужны. Не знаю, сколько штук. Но иное количество необходимо, я тебе скажу. Отвали. Яйцо динозавра, между прочим. Если что. Давай, наверное, зайдем в закуску. Зайдем хлебушек. И по винограду, да? По фрукту. Отлично. Так, еще есть динозавры? В принципе, нужны. В принципе, я не против. Если вы тут будете еще. Нет, динозавров больше один на уровень. Динозавры, наверное, больше проблемы будут. Хотя, я ж не знаю, в дополнение они будут считаться? Те, которые по острову бегают. Это я не проверял. Вот это вот самое интересное. Так, на этих, по-моему, нужна была эта, блин, молот. Чтобы их убить, ну да. Надо было взять... Оу! Ты откуда здесь? Отлично. Отлично, идем далее. На этих не проблема найти. Вот эти не повсюду здесь. В шахте черепа. О, давайте отсюда свалим. Так, летит. Иди сюда. Давай, наверное, шибанем здесь вот так. Ну, мумий, да, придется поискать, конечно, смотрите. Прям беда с ними. О, иди сюда. О, слизень, слизень. Хорошо. Слизень, это неплохо. Хотя бы один. Лучше, конечно, крупного бы было шлепнуть, но какие есть. Выбирать не приходится. Вот эти призраки. Насчет них не уверен вообще. Как и называются, призраки. Тем более здесь есть призраки. О. Здесь призраки есть. Еще и в обычной шахте есть призраки. Какие именно нам нужны? Отлично. Здесь мы с вами... Вот здесь мы с вами, по-моему, выполним норму по слизням. Если с каждого выпадут хотя бы 5 слизней, то это, я вам скажу, будет большая удача. Во. Вот это уже оно. Я ж надеюсь, большого мне в копилку заносят. Жалко, нельзя проверять, сколько убито. Так, идите сюда, господа слизни. Снизу вас лучше бить.
с детьми и со всеми остальными один был порожний. Ну, теперь иди сюда. Блин, это самый простой. Это даже не интересно. Ладно. Норму не выполнил по слизням, по-моему, нет. Сколько я убил сейчас? Ну, штук 10. Мне надо штук 30 или штук 40. Точную цифру не помню, надо будет присматривать. Но слизни это не беда. Слизни мы же можем найти где угодно. В любой шахте. Даже дома. О, о, динозавры это редкость. О, сразу и выход. А верху такого же нет? Для нас специально. Еще по одного бы, ну одного. Ну что, жалко одного такого же. Их там надо немного на самом деле-то. Вообще чуть-чуть-то надо. Вообще мелочь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух, разбил. Блин, как собаки здесь. Бешеные какие-то. Я вообще не к вам. А, не туда смотришь. Отлично. Тут надо ударить. Там есть слизень. Так, сейчас убьют тебя нафиг. Ты это знаешь? Мы это предчувствуем. Так, 20-30, надо уже закругляться. Окей. Сейчас от этого еще дошлепнем с семьей вместе. Отлично. Закругляться. Я могу сразу домой телепортироваться, конечно. Так, медленный очень призрак. А потом сравним, сколько мы набили. Мумий вообще нет. Кого-кого? Мумий вот тут должна быть одна. Да. Одна как раз здесь и есть. Ну зато змей набили полно, если это змей. Так, а ну иди сюда. О, три мумии. Да это сегодня праздник какой-то. Мумифицированный просто. Отлично, еще одну засчитали. И сюда. Так, давай сюда маленькую. И сюда большую. Так, 21.50. Сейчас еще чуть-чуть глубже паду. И тут должна быть мумия. Или динозавр, или кто-то из двух. Тут сразу выход нам О, слизни, как я вас люблю. Давай вот этих добьем. Только с детьми. Беги, сейчас убьют нафиг. Так, съешь виноградину. Мы уже красные. 22.20. Не хочется есть блюдо никакое. Я об этом... Может быть, я об этом и пожалею. Уж более они агрессивные. Я не знаю, вот мне интересно посмотреть статистику. Сколько я набил сегодня? Это можно сделать только после 2 часов дня. Но это мы и сделаем, я думаю, сейчас. А ну иди сюда. Завтра после 2 часов дня посмотрим, что мы там сами могли набить и не набили. Но по мумиям совсем все плохо, ведь... Попадается очень-очень редко. 5 мумий, если сегодня шлепнули, то это успех. Ну, 5 точно убили. 5 мумий, да. Но не более. Последнее, может, я уже и выполнил норму. Там же слева пишется, я ж не смотрю, что я подбираю. Абсолютно все равно, что там выпадает. Потом... Обычно перебираю. О, иди сюда. Как раз-то мне и нужен. Отлично. Ну еще 2 это на ужин. 2 последние мумии. Хорош. Ну все, давайте уходить, 19-й. 19-й уровень, ни одной дырки не было, чтобы упасть глубже, но нам-то разницы никакой.
Мумия же попадается на любых уровнях абсолютно, поэтому... Поэтому говорить, что мы могли бы найти чего-то более... Нет, мыши не нужны точно. Что-что, мыши точно не нужны. Мышей мы закрыли. Если она нас ударит, это будет жесть. Все, идите нафиг, мыши вообще пролетайте. Пролетайте мимо. Все, я готов отсюда уйти. Мы с вами все, что могли, сделали. Правда, я нифига не сделал больше нигде ничего. Хотя сегодня ничего и не было, а у меня и места, собственно, уже нет. Ну и что я там набил? Давайте посмотрим на улов. Ну, так себе. До Иридия, к сожалению, не дошли. Далековато было. Зато яйца какие-то появились. Динозавры. Так, иридиевые... Сейчас это еще сброшу здесь. Потом надо посмотреть, что у нас по статистике остается. Вот у меня такое ощущение, что я уже должен был набить слизни, мне кажется. Вот не знаю, что у меня такое ощущение. Что у меня забор весь рухнул? Где? Вот сюда надо. Давай. Так, есть. И сюда. Хорошо, что сегодня не было ничего, поэтому мы так с вами налегке прогулялись. Бомбы 10. Ну и будет еще у нас поход. Яйцо, кстати, выпало. Свободно динозавра вообще без проблем. Деревья повырастали, пока меня не было на ферме. Плотва где-то осталась, непонятно где. Но я вернулся домой вовремя. И это хорошо. И это здорово. Ну, пойдем сверять статистику. Пойдем сверять статистику потом. Сегодня. Как раз мы доживем сегодня до... О, дуванчик мне подарили. Доживем, я думаю, до конца осени. Еду сейчас заброшу обратно, пока она мне не нужна. Сегодня я уже не пойду туда. 4 омнижеоды. Вообще, чтобы набить мумии, да, действительно, так и надо ходить. Постепенно, поэтапно. Все, вот это вот как раз бомба у меня уже есть в больших количествах. Можно их брать смело, идти, когда будет зима. И идти добывать то, что у нас там осталось. Так, давай на выход. Сегодня у нас должно быть абсолютно все, что там у нас. Джордж прислал 35 камня. Спасибо, Джордж. Забор рухнул вообще катастрофически просто. Последний, наверное, урожай кукурузы, нет? 24. Нет, еще один раз успеем, я думаю. Так, что внутри? Внутри... Что у меня с трюфелями? Подожди, я все же выложил. Ох, у меня же трюфелей-то нет, я все тоже выложил. Так, давай назад. Топор. Лейку. Эти две вещи. И эти две вещи. Чтобы они были у меня. Я еще хотел... Подожди, раз, два, три. Сейчас забор сделаем. Так, забор сделал. Засунул. И вот это давай туда. У меня же воды в эту область. Да куда я их не сбросил? Где они тут вообще есть? 100 раз уже, наверное, на них посмотрел. Вот у меня 25 штук. Так, извините. До свидания. Дайте выйти. 6 штук, 5 это сейчас здесь. С курицами разберемся. Кстати, насчет куриц. Ну, пошли еще одну вещь проверим. Что мы там с вами строили-строили? Достроили ли? Я уже не помню. Деревья, помню, засаживали в конце прошлой серии. Поэтому должны мы там были все достроить. Сколько яиц-то сегодня? Вот это не трогай. Яйца утины не вкладывать. Ну, так мы будем развивать внизу. Там, где уже подготовили для них отличный дом. Так, есть. И сюда. Утины не тронул? Не тронул, молодец. Отлично. Эту утку можно будет переселять. Сейчас дайте мне топор, тут что-то выросло за ночь.
по-моему, не одно. Так, есть. Сейчас только оббежим. По-моему, катки сегодня должны быть. Да, катки сегодня и фрукты сегодня. Давай сюда. А что тут не собирают? А, собирают. Собираются нормально. Работа кипит, пусть кипит. Потому что нам кукурузу сегодня засовывать. Нам сегодня работать с кукурузой. Это хорошо. Так, тоже последние фрукты. Фруктов тоже будет меньше. В общем, зима будет жестокая, если мы с вами не получим обновление в ближайшее время. Скучно, вернее, будет зима. Ну, чисто монстра будем бить тогда. Ну, ладно, будем монстров тогда бить. Надо же бить, правильно, для достижения. Или абсолютного совершенства. Конечно, надо. Это ж теперь не только достижение, а с обновлением 1.5 еще и полезная фича в конце игры, которую можно будет использовать во благо нашей фермы. Так, тут все окей. Тут я что-то насадил, что-то тут насеял, насажал, набросал. Тут должно что-то вырасти, только я вот не могу понять, как я тут буду проезжать. Нет, ну слушайте, я и проеду. Нормально. Нормально. Здесь мы улучшили полностью? Нет, конечно, мы его не улучшили. По-моему, вторая фаза у нас здесь. Поэтому среда сейчас надо кробин. А здесь я должен, наверное, запускать уже сюда утку. Да, здесь у нас даже автосборщик есть и автоподача, и здесь уже утка готовится. Ну, не духовка это, а готовится, в смысле, вылупится. Поэтому давайте пока поедем к Робин. Мы сейчас закончим с вами. О, сегодня у дедушки день рождения, это дедушка такой любит. Дедуля, у нас как вообще дела? Нет, дедуля, у нас, по-моему, дела великолепные, да, можно и поздравлять. Настолько великолепно, что можно даже и не смотреть его в сторону. Сейчас поедем купим тогда бревен, по-моему, да? О, сколько у меня всего? Что это такое вообще? Где я набрал-то мусор? Только что ж ничего не было. Все нормально. 30-15 это пойдет в катке или не будем пока в катке? Может, вино пустим? Катки пока молчат. Ладно, поехали в теплицу, там у нас еще куча деревьев. Соберем все вместе. Давай. Вот это что же надо собрать сегодня? А так мы еще соберем 4 яблока с каждого дерева на улице. До конца зимы и все. И это все наши фрукты. Поэтому фрукты, наверное, в катке ни в коем случае не засовывать. Мы их будем толкать в бочки. Потому что даже если обновление появится 1.5, мы с вами древний фрукт вырастим только через месяц на этом острове. И то, если откроем быстро ферму вторую. Да, если быстро откроем ферму. Вообще надо заготовить, кстати, древний плод этот, который у нас есть. Теплицы для экстрактора семян. Мы же должны будем засеивать там как раз именно семена. Поэтому нам надо иметь нужное количество. Правда, не знаю, сколько у нас там чего будет. Но это надо будет потом просчитывать. Ладно, посмотрим. Это не беда. Все сбросил? Нет? Что-то еще осталось? Так, 12.20, Робин. Робин, я тебя помню. Я просто разбросался. Свиньи, добавьте, добывайте последние трюфели. Больше уже шанса не будет. Здесь все окей. Я хотел взять камни 535. Ну, набили неплохо. Это в шахте мы только что побегали. Но дерева нет. Дерева нет, и я рубить его не буду. Сколько сейчас закажет Робин, столько мы и заплатим. Камня должно хватить, дерева нет. Но дерево недорогое, камень дороже. Можем, конечно, по дороге рубануть вот это еще. 19 штучек-то, да? И возле дома Робин тоже можно одну срубить. А, ну мы его уже срубили. Но вот тут еще одна есть. Два даже. Только дальше не заходи. Ну ладно, раз я уже здесь. Раз я уже здесь, пойду узнаю, сколько я набил монстров. И сколько мне еще надо набить будет впереди. Отлично. Только в следующий раз вали в другую сторону. И все будет хорошо. В 14.00 открывается сообщество искателей приключений. Мы посмотрим, что там у нас по цифрам. Чтобы быстрее открывались, я им здесь шума наделаю перед домом.
И заодно сэкономлю количество монеток в своем кошельке. Отлично. Ну-с. 14.00, открывайте. Привет. А ну давай, удиви меня. Мне осталось 42 слайма. Я думал меньше. Хотя мы набили штук 20, наверное. Дух и пустоты. И кто такие? Это которые вот эти летающие, да? Мне осталось 11 штук. Летучие мыши готовы. Скелеты. Какие нафиг скелеты? Что-то не помню скелетов. Что... А, это черепа вот эти, которые летающие. Ого, сколько надо. Но они там далеко находятся. Хотя можно в шахту другую пойти. Духи пустоты, копашки. Копашки это из земли, которые вылазят на ранних уровнях шахты. Пыльные духи выполнены. Это вот эти, да, которые... Да, пыльные. Каменные крабы, это которые муляж камня, обычно красного, это шахта. Лавовая, их там можно найти. Мумии дофига. Мумии это проблема. Вот мумии это реально много. Ну и динозавры тоже. Если по одному попадается раз в 5 уровней, то да. Но змеи рано или поздно сами себя набьют. Если мы будем ходить в шахту черепа, они летают со всех сторон. Это, так понимаю, они, да? Единственное, я не понял, кто такие духи пустоты. Призраки вот эти, которые, или кто они такие? Не знаю, не знаю. Так, тут у нас что-то есть. В общем, картина ясна, да? Ходить надо в шахту. Хотя, подождите, не понял насчет духа пустоты, если честно. Так, слаймы, ладно. Слаймы не беда. Духи пустоты. Я их почти всех добил. 11 штук. Это, я так понимаю, какие-то твари, которые ходят... Кто такие вообще? Не знаю, кто такие духи пустоты. Может, это черные вот эти монстры-мутанты? Потому что я столько набил, когда выбивал артефакт. Может быть, поэтому я столько убил. Скелеты бродят в любых шахтах. Это не проблема. Просто я их не особо убивал. Пыльные духи это сложно было, но их 1500 все-таки набили. Каменные крабы. Это надо искать. Мумии, да, перечный динозавр, да, проблема. Змеи не проблема, сами найдут тебя. Короче, давайте закроем слаймов и духов пустоты сегодня хотя бы. Слаймов и духов пустоты. Ну и там по дороге кого шлепнем. Сейчас давайте быстро доделаем дела. Будем тогда это достижение делать, пока нам... А, я успею. Пух, пролетел. Пока нам не подвезут то, что мы ждем. Будем закрывать по одному виду монстров, ну или по два. Ну там слаймы уже, конечно. Я могу сейчас пойти отлупить своих местных слаймов. Но не буду. Так, построить здание для фермы. Давай. Сколько мне надо для элитного птичника? Элитный птичник. 500 древесинки надо и 20 тысяч денег. Не проблема. Давай, магазин. 500 древесинки. Не проблема вообще. Тихо. Отлично. Все, давай. Привет еще раз, да, привет. Мне нужно поставить вот эту штуку. Можно поставить, да? Построить, окей. И все, мы закрыли нашу нижнюю часть. Целиком и полностью. То есть птицы внизу возле воды теперь уже будут довольны. Утки, страусы и кое-кто еще, пока их у нас нет, пока обновления нет. Будем ждать. Ну все, лупи. Лупи. Все, пошло дело. Последнее расширение будет завтра. Хорошо. Это мне и нужно было... Ну как завтра? Завтра только работа начнется. Это мне и нужно было сделать. Что у меня сегодня еще нужно быстренько сделать? Пошли попробуем поискать сейчас, а пока возле шахты, чтобы не ехать туда-сюда. Мы успеем, я думаю, собрать и трюфель на пару часиков. Сейчас чисто будем по определенным видам монстров работать. Да ты меня просто сегодня подлавливаешь на этом. Ты меня столкнуть хочешь, что ли? Себастьян, в чем дело? Так, духи пустоты где-то на 40-м, где-то вот тут вот, на 55-м они попадались. Ой, слаймики. Ой, вот эти уже мне не нужны, короче, прыгающие. О, вот это я не знаю, это не дух. О, да что ж у вас так много-то? Да, ой, там еще один был. О, нет. А, хорошо, что я был прокачанный. Так, вы мне не нужны, но уголь я возьму, конечно. Слаймики. А что, у меня столько места? Ого, набросали мне сразу. Что это такое выпало? Пятнистый криворот сразу. Так, выброси эту гадость. Ну да, я ничего не выбросил и пришел сюда. Ну, чудесно. Чего еще ждать-то от меня?
Ну, я внезапно, я внепланово решил сразу же пойти и набить морду монстрам местным. Так, ты мне не нужна. Мне нужны вот эти вот твари. И как раз бы было бы замечательно, если бы мы сегодня... Блин, выходы со всех сторон. Если бы мы сегодня сделали норму по ним. Нет, духи пустоты, по-моему, в лавовых уровнях. Ой, ну вы просто меня врежете без ножа. А чё столько выходов? Они, видимо, знают, что я пришел на них охотиться. Так, выбрасывай эти крылья. Выбрасывай, это дедушке надо было подарить. Да выбрасывай эту фигню. Это надо было мне вложить куда-то. Это слизь, в принципе, нужна. Мне жалко, что выбраться. Шишки давай, их полно. Яйцо слайма пригодится. Если завести слайма какого-нибудь где-нибудь. Ё-моё, сегодня, наверное, мега удачный день. Смотрите, смотрите, сколько... Сколько выходов. Так, ты что-то меня поддел. Кто там? А что там выпало? А, это я сам уже начал выбрасывать. Отстаньте. Я пришел не готовым сюда. Я не могу ничего сделать. А кто сейчас будет лезть? О, нет, только не мышь. Мыши не нужны, все, я пошел. Мыши не нужны. Кто-кто, только не мыши. Слаймиков с радостью добью. Слаймиков, да, с удовольствием. Просто с удовольствием. Тем более попадаются периодически. Надо, конечно, просчитывать это дело. Если ты идешь уже куда-то на серьезное дело, да историческое ребро. И держать карманы всегда порожними. Сколько я там набил? Мне надо 42, я штуку уже 6, наверное, или 7 шлепну. Давай, уходи. Мне, короче, надо выше, мне кажется. Что-то мне подскажет, что надо выше. Здесь я найду только вот этих вот существ. Если только с них уголь падает. Сумка открыта. Так, давайте, наверное, поглубже, или подальше, или поглубже, вылазь из шахты, это не годится. И вообще, давай, наверное, домой. С такой сумкой я не могу, у меня сердце разрывается, давай. Выбрось, наконец-то, уже все. Где ты это набрал, скажи мне? Что на тебя нашло? Где ты это все, этой гадости набрал? Выпью немедленно. Ну что, немножко побили. Немножко побили, завтра еще немножко побьем. Сегодня нет кадок? Слушайте, еще... А, я ж под завязочку, ну да. Я ж серию прошлую закончил, как раз у меня кадки были проблемными. Я их закрыл, а потом серию закончил в самый последний момент. Хорошо. Так, как мне от мусора избавиться? Вот эта икра, которую никуда не засунешь. Еще икру никуда не засунешь, не пойму. Ну, есть тут 3 штуки. Давай ее куда-то девать. Икры слишком много, и она куда-то что-то никуда не уходит. Так, сюда я еще приду за трюфелями когда-нибудь. Сейчас свиней пойду проверю. И обязательно приду. Расчистить инвентарь, это цель номер один. Что-то не могу развернуться. Давай, идите нафиг все. Рыба, откуда ты у меня взялась? Выпала в пещере, бывает. Иди сюда, пятнистый криворот, или кто бы там ни был. 2 яйца мне нужны. Вот эту фигню сейчас сброшу внизу, у меня в сундуках она лежит. Остатки мертвых животных, вот такие вот. Эту фигню тоже можно сюда вместе с яйцами сбрасывать легко. Отлично, выброси и это пока, пусть полежит тут, место только занимает. Икра у меня все равно еще есть. Яйца утки мне нужны, когда будет готов. Ну ладно, пусть у тебя лежат. Лук парей пусть тоже лежит. Пошли быстро соберем трюфели. Проведаем динозавров и коров. Что-то тут их много нам набросали. Можно сейчас реально пойти себе и 20 слаймов сразу убью. Ну, своих бить каждый может, правильно? Своих-то бить каждый может.
Ты пойди соседских набей. Так, два молока не влезло. Чуть многовато этот. Давно не заходил. Ладно. 20:30, нормально. 25 число. Сейчас я иду сюда. Здорово, вы все спите, я понимаю. Извините, заниматься вами некогда, я теперь охотник. Шеди охотник на монстров. Так, тут много чего интересного. Не всегда увидишь у меня живоды. Тем более магма. Ну не умно, а магма живоды. Дырочку задел, видите, как культурно все. Завтра у нас катки, завтра у нас, по-моему, вино. Поэтому завтра я в шахту, наверное, не попаду. Хотя надо успевать, если хотим закрыть это достижение. Но опять же, самое веселое это мумия. Динозавры в обновлении, я думаю, будут считаться. Мне кажется, что они будут считаться в обновлении очень хорошо. Вино сегодня у нас успело появиться. Я не успею быстро его обработать. Хотя можно и попробовать. Так сегодня получается, подождите, вино. А, у меня даже лошади нет. А где моя лошадь? А моя лошадь осталась вверху возле шахты. Нет, сегодня даже пробовать не буду. Так, я лучше это заброшу. Что еще? Опять у меня дофига дерьма. Не зашел к динозаврам. Ладно, одним. Завтра будут яйца, но не все могут не поместиться. Да нет, 5 поместится точно. Так, утки, давайте, наверное, вас буду забрасывать. Давай, наверное, буду вас забрасывать потом, когда уже будет нам все достроено. За 3 дня буду с этими яйцами бегать. Куриными. Мне вас только не хватало еще. Носиться туда-сюда. О, сегодня еще и катки. Нет, это икра. Подожди, икра у меня была. Ладно, дайте мне икру. Мерси. Так, икра готова. Хорошо. И забрасываем сюда вот это. Вот это, вот это. Вот это и вот это. Можешь еще выбросить вот это. У нас нет, да, парея простого? Что, были? Возможно. И выложи камни. Камни нам точно уже не нужны. Строить теперь пока что тоже нечего. Есть. Пошли масло обновим. Хотя бы. И подготовимся к вину. А к вину готовиться будем следующим образом. Я хочу древний плод пустить на семена для обновления 1.5. Поэтому мы его трогать пока не будем. Древний плод и в бочки засовывать не будем. Сейчас пойдет карамбала полным ходом. О, как раз у меня одна икринка есть. Отлично. Пойдет карамбала сейчас у нас. Наверное, вся. Может, не карамбала, может, что-то другое засунем. Может, пожалеем карамбалу. В таких количествах, конечно. Вся и уйдет. Так, что у нас здесь? У нас здесь следующее. Сегодня у нас нет ничего, это хорошо. Я думаю, мы засунем не карамбалу, мы засунем, так надо с собой взять ее. А мы возьмем, мы все равно то пойдем. Сейчас я посмотрю, что у меня по фруктам. Да, без коня, как без ног. Да, карамбала не айс, я вам скажу. Ее надо поберечь. Это последняя, в принципе, карамбала. Давайте запустим персики. Тут у меня 999, еще есть, еще уже 2. И там у меня обычных персиков еще штук 400. Вот мы запустим обычные персики, а полный урожай древнего фрукта этого, который у нас в теплице, сохраним. Сохраним ящик для нашего обновления 1.5. Я думаю, это будет правильное решение. Я, кстати, молоко продал. Хотя должен был его превратить в сыр. Но это, собственно, не важно. Потери небольшие. Трюфель. Сюда я не забежал. Минуту. Минуту, извините. Спасибо. Сюда.
Так, давайте сброшу лишняк. Так, раз, два, три. Угу. И четыре яйца еще. И четыре яйца. Так, побежали. Угу. Час 30. Час 40. Закрывай побольше калиток, и точно успеешь куда-нибудь. Дайте я еще сдам. Мне нужны деньги, я потратил много на... Ну не поймешь, что. Час 50. Я успел. В принципе, отсюда я добегал. Я даже добегал от дороги. Вот даже меня подтолкнули, видели? Все, хорошо. Здесь все в норме. Даже 52 тысячи каким-то образом заработали, учитывая, что масло собрали только один раз и заложили. 25-й день у нас впереди. Ну, как раз зима будет, как раз будем охотиться тогда на монстров. Ну, а что нам остается? Тогда уже будем... Сегодня дождь еще, смотрите. Теперь вообще меня просто судьба туда заталкивает, в эти шахты. Смотри, сегодня дождь, типа не выходи, приятель. Но у тебя сегодня и вино, не забывай, приятель, да. У тебя же сегодня еще и венцо. Такие дни очень рада, что у меня есть тяжелые сапоги. Подожди, а ну так для прикола. Для юмора. А ну покажи мне, покажи мне. Привет, Генри, а то я тебя скоро и... забуду, как зовут. Предсказательница, что там у нас сегодня духи нейтральны? Ну, плевать, наверное, да? Мне же все равно монстры нужны. Откуда духи знают, каких я монстров вылавливаю? Так, берем чисто персики. Чисто персики. Знать бы, куда я их последний раз положил, было бы вообще чудесно. Вот сюда я их положил. 338. Что-то маловато. Но это для вина. Катки сегодня тоже будут стать. Поэтому побежали сразу вино лупить. Где моя плотва? Давай, быстрое вино здесь, вино там. Чисто персиковое вино будет в этот раз. А древний плод сохраним. Древний плод, кстати, можно уже собирать сейчас прям. Отлично. А как тебе это вышло? Нажал на телепорт, да? Давай. Хорошо, что бесплатное возвращение. А представь, мне пришлось бы пешочком бежать. А что у тебя сработало? А, я пережал. То есть тут надо аккуратно подходить. Я ж мордой смотрел на телепорт и оказался в этом. В горах. Так бывает, да. Так, давайте сюда персики. После персиков тогда пойдем еще туда поохотимся, что ли. На разных существ. Окей. Карамболу пока не трогаем, чисто персики. Чтобы уже все было однородное. Каньон надо не забыть, что нас там тоже. Конечно, у нас вина. Дофига. Дофига. Если бы не зима впереди, я думаю, мы за зиму бы сделали с вами 10 миллионов. Даже если бы обновление не пришло. Но обновление ничего не даст. Я же говорю, пока там вырастет то, что мы задумали. Так, давай вверх. Сюда. Не бежать. Я уже опять потерял плотву. Я не помню, где она. Мне, в принципе, в каньон надо бежать. А, внизу я ее оставил, возле телепорта. И дожди вот эти. Который раз уже дождь идет. По-моему, четвертый или пятый за последнюю неделю. Многоватенько, как по мне. Так, тут калитка открыта. Кто-то был. Надеюсь, свои. Может, Лея тут венцо подпевала. Так, годится.
шахте черепа хорошо лупить к слизней. Вот там одного слизня убиваешь, и сразу еще и родственников приписываешь энное количество. Вот скелеты, как-то я на них и внимания не обращал, а их надо много убить, около сотни. По-моему, они на низких уровнях обычной шахты водились. Но особо как-то я с ними проблем не имел. По-моему, в темном вот этом вот, в темной локации их было дофига. Короче, 123 осталось, мне на следующую кладку и не хватит. Более еще вот так вот пропускать, если... Я думаю, там и в сарае пропустил. Ну, уже как есть, 121 в итоге. Суперкарьер приватизированный. А зачем ты так делаешь, если можно сделать вот так? Ну что, катки сегодня есть? Нет. Еще одна сюда. Все, 120, мы все сделали. Тыквы завтра заберут. Больше засеивать ничего не будет. Ого, у меня разношерстное какое вино. В этот раз получилось. Ну да, я разное засовывал же, да? Что там у нас получилось? Древний плод. Персик. Яблоко, гранат и два ежевичного вина. Ну, это самый шик, по-моему. Особенно ежевичное вино. Это лучшее из лучших. Так, это я забросил. Давайте еще масло обновим. Хотя бы раз. Видимо, ничего не будет. Трюфели не будет, ничего не будет. Ну, шикарно просто. А тут уже пошло дело, смотрите. Меня просто не пускают в шахту, чтобы я не убил всех слизней. Трюфели только один раз сегодня. Так, ладно. Ничего страшного. Деньги сами придут потом. 12:30. Ну, давайте уже, чтобы нас никто не трогал. Сейчас я закончу вот эти дела. Вечером пойдем тогда в шахту черепа с бомбами, естественно. Спокойно пойдем и лупим там всем, кому можно лупить. Сегодня что-то вообще яиц почти нет. Куры на меня обиделись. Я чувствую, уток покупать буду, а не выводить. Утки не несутся. Кур нет, дайте хоть обниму. Не, может, меня уже забыли? А какой там у нас уровень? Да нет, 5 сердец. Утки. Утка одна, один кролик. Мне, наверное, одиноко жить поодиночке. Так... Мне еще в теплицу собирать древний плод. Ой-ё. Катки готовы. Катки, ну сейчас чисто будем туда кукурузу засовывать. Ну да, мне сегодня еще... Да как когда-то мне успею вообще? Дайте мне 22 кукурузы, дайте мне виноград. Вот это я засуну туда. Ну катки это так, знаете, символически, просто чтобы они не простаивали. У меня не хватает ресурсов, чтобы их туда засовывать. Так, сегодня кукурузы не было, но она есть здесь. 40, 64. Нет, забирай всю. Там разложим. Еще, может, один урожай будет. Отлично. Так, икру собирай. Сейчас пойдем катки обновим. Катки обновим. Есть. Сегодня просто день такой сложный у нас. Везде надо побывать, успеть. Чё ты сюда зашел? Мне тут нечего дать. Где плотва? Где ее бросил? Здесь же я телепортнулся. Ну где? На площади, где я мог бросить? На площади бросил. Все, сейчас мы катки залепим. Заменим икрой. То, что у нас можно заменить икрой. Там тоже заменим все икрой. Не крудайте. Еще есть. Все, икры больше нет? Надеюсь, что нет. Давай этот виноград. И дальше все в кукурузу. Отлично. Отлично.
Сегодня мы перевалим наконец-то отметку 4 миллиона, но мы и так переваливали уже. Просто тратим деньги на разное. Непонятное. Сколько? 23 кукурузы опять положу на место. Все, все забросил. Ну, тут, в принципе, если промахнулся, ничего страшного. Все, с катками порешили. Но мне еще надо собрать древний плод. Ну что, сходил? Сходил? В шахту. Вон еще осталась одна икра, зараза. Осетровая. Так, 80 взбагриваю. Давай вот это сюда. Кукурузу положь, вынь, да. И вот эту кукурузу вынь, да положь. Все, не трогай ничего. Там уже готов. Все, давай, это хоть слизней набьем-то, боже ж ты мой. Да, у нас тут тоже все готово. Убери икру. Ну, поехали. Вот это все, что сейчас соберем здесь, мы с вами складываем в отдельный сундук для обновления. И пускаем его через экстрактор семян для острова. Там у нас будет еще мегагрядка, вдвое больше, чем, я думаю, вот эта, которая сейчас в теплице. Которая сделает нас реально очень богатыми. Хотя тогда уже деньги будут не нужны. Это хорошо в середине игры открыть остров. Вот когда ты еще беден. И у тебя еще много чего надо купить, построить и создать. Вот тогда да, тогда это актуально. Тут-то, в принципе, 10 миллионов сами натекут. Я же говорю, если бы у нас был не зима впереди сезон, за 30 дней, я думаю, усердно работать со свиньями. Плюс вино. Да, плюс вино и катки. 100 тысяч в день, я думаю, легко делать на свиньях. Ну, примерно. Дожди, ладно, там плюс-минус дожди, там еще плюс-минус еще какая-то фигня. И получится в итоге 4-5 миллионов за сезон делается вот в моем режиме. Вот такой режим, который сейчас у меня. Я тут под деревьями подобрал. Да, подобрал, все нормально. Поэтому за сезон бы, да, за 30 дней я бы купил эти часы. Без особых проблем. Ну, давайте уже сделаем... Ну, если будет обновление, я уже не могу гарантировать точно, когда оно будет. Может, PlayStation заблокирует эту игру полностью. Ее ж нет-то в сторе, наверное. Я не проверял. Появилась она в сторе, нет? Снова. Так, вот это вот в экстрактор семян мы засунем. И от этого мы избавимся. Вот теперь я готов пойти половить слизней. Дайте мне бомбочки. В принципе, можно и маленькие взять. Чтобы место не занимали... Забываю, где у меня бомбочки. А, давай возьмем 51. Да, давай возьмем такие и такие. И засеем все древним плодом. А там посмотрим тогда. Что по деньгам будет. Нужно нам собирать, не нужно? Нет, ну там в любом случае нужно собирать. Нам же ж надо будет там, где мистер Ки второй раз появится, статую ж, блин. В общем, ладно, не буду рассказывать, может кто-то еще не знает. Ну, в общем, нам в любом случае нужны деньги. Нам нужно часы купить будет в любом случае. В любом случае нам нужно будет купить часы. Без часов мы дальше не продвинемся никак. Это одно из условий обязательных. Ну, вы видели в обзоре, в принципе. Там список был, что нужно сделать. Поэтому что там скрывать-то? Я так особо не рассказываю, но... Я думаю, вы все догадываетесь. Что к чему да как. Все, сейчас еду еще возьму, и мы на 5 часов с вами отправимся... погулять. Дайте мне какую-нибудь еду. Ой, который побольше. Давай 23 вот это, и пиццу закусить, если что там. Проголодаюсь. Перечные бомбочки не трогай. То, что попроще. Ну и кофе давай возьмем. Сколько мне надо кофе? А кофе скорость мне и так даст, да? Вот этот. Да, скорость и так будет без кофе. Какие-нибудь бы ягоды взять, которые, знаете, чисто подкусить. У меня их много серебряных, например. Вот хмель можно подкушивать. Ну, давай. Я его в первом сезоне ел. Просто брал и ел. Очень хорошо лечит, его много просто. Девать некуда. Все, 19.20, я иду в шахту черепа. Но зато я все сделал, все что мог. Ночное время иду в шахту черепа. Надеюсь, меня там не изуродуют. Сильно. Кокосы, блин, вообще-то надо собирать, если ты не в курсе.
Да, и трясти пальмы, может оттуда тоже что-то выпадет. Падай, зараза. Я забыл же, что нам кокосы нужны, я их оббегаю. Так, эти нам не нужны точно, смотрите, дыра прямо на входе. Тут никто не ползает, нет? Мне вот эти вот, которые копаются. Смотрите, дыра прямо на входе. Даже искать не надо. На 5 уровней? Ну, нормально. О, еще одна дыра. Слушайте, а что так... Что так раньше не было, когда они мне нужны были? Ладно, пойду. Пойду прыгну еще раз. Жалко, что 20 часов уже. 0-0. Чтоб так дыры выпадали. Где слизни-то? Алло. Я-то, конечно, понимаю, дыры спасибо. Они мне не нужны. На 8 уровней еще. О, иди сюда. Иди сюда, толстячок. О, змей, ты мне тоже нужен. Ой, с одного удара убил. Да и мощный тип. Да и он тоже не промах, я вижу. Отлично, целая семья слизней. О, да тут их вообще полно. О, это отличный уровень. Особенно для тех, кто охотится на слаймов. Да. Ко мне. И везде выходы просто. Так, меня там еще не убивают? Нет, давай. Отлично. Я думаю, что штук 10 сделали на одном... Блин, это плохо. Я его не могу достать. Стой, уйди. Так, там внизу нет еще слизней? С радостью приму вас. Нет, ну ладно. Это тоже неплохо было, спасибо. Земляной кристалл, редко. Блин, откуда ты вылетаешь-то, скотина-то такая? Съешь, короче, что-нибудь, я не знаю. Ё-моё! Откуда ты появился? Дайте мне блюдо съесть. 21.40, ну давай на одном посидим какое-то время. Быстрее будем и бегать, и все остальное. Так, там слизни я видел. Только мне нужны пухлые большие. О, вот он. Ну давай, только с семьей приходи. Блин, пустота одна. Вы бесполезный слизень. Где выход? Вы что, офигели? А где мумии? Я бы не против бы парочку, конечно, шлепнуть. Че я сюда пришел? О. Так, вот эти призраки, по-моему, они не учитываются. Хотя, наверное, настолько редкие. Ну, 5 штук хотя бы сделали. Нереально, наверное, очень редкие. Поэтому, чтобы их выловить... Слушайте, змеи, я не против, чтобы вы на меня нападали, если что. Если вы стесняетесь там. Змеи. Мне вас еще 100 штук надо набить. Так, здесь мумии должны быть. Хотя бы одна точно. Мумии? Фиг тут. Попробуй их отыщи. Это когда не нужны, они не нападают со всех сторон. Так, два... О, есть одна. Блин, а что я так забиваю быстро рюкзак? Что у меня за хрень вечная? Что это? Ну, тут, правда, мусор всякий летит, конечно. Давай, убирай его нафиг. Ну да, я иду со всеми инструментами туда, еще удивляюсь. Но я не планировал сегодня. Я так на 5 минут думал забегу. Тихо. Есть, это будет какая у меня? 16-я мумия будет. Обалдеть. Это уже не влазит. Хотя должно. Что выбрасываем? Водоросль? Давай, два дерева. Биты себе оставьте. 100 монет стоит. Ну что, слизни не нашел, походу. О, да, зато дыр куча, смотрите. Налегке прыгнул еще на 7 уровней вниз. Уже на 24-м, учитесь. Когда нужны дыры, да? Даже Ириди уже не лезет. Ну это просто прелесть. Это просто чудо чудное. Давай, уходи. Мумия. 23.50, мне вообще-то уже пора. Поэтому иди сюда. Будет круто, если я тебя шлепну сейчас. На, вместе с камнями, может, что-то выпадет.
Так, что-то выпало. У меня тут еще есть вот эта ерунда. Еда, камни, еда, водоросль. Водоросль ценная, в принципе, все искать. Кварц, кварц, уголь. Слеза, минерал, минерал, минерал. Замерзшая слеза нужна. Давай тут выбросим, лучше пусть железо будет. Так, внизу нет мумии. Я уже, в принципе, готов уйти. 24 уровень. Есть мумия, иди сюда. Правда, слизни не нашел. Сколько хотел. Я думал, сейчас слизни набью. Ну, мумии 3 шлепнул. Да, мумии 3 шлепнул. 1500. Давай вот это выбросим. Это все стоит денег, конечно. Отлично. Все. Тут можно не искать у динозавра вот этой пещере, да? А где змеи? Змеи узнали, что я на них тоже охочусь. Перестали летать. Вообще никого нет. Шахта опустела, да? Ну да, ну ладно. Неплохой с меня охотник. Я чувствую, скоро вообще никого не встречу в этой шахте. Так, дайте я заберу свои 8 масел. Забрал? Красавчик. А, подожди, тут здесь же для острова. Как раз освобожу сейчас. Пустые эти уровни шахты черепа и пропуск на 25 уровень за 4 часа, это, конечно, о многом говорит. По-моему, меня там боятся уже. Так, я даже не ел нифига на самом-то деле. Замечательно просто. Просто чудесно. Ну что? Завтра у нас ничего не должно быть. Завтра я, наверное, пойду тоже добивать шахт. Ого, засунул сколько всего. Так, еда, шахта, еда. Ну, я завтра в простую шахту пойду. В черепа уже тогда не пойду, то уже будет отдельная тогда история. Давай, еду в холодильник, чтобы не испортилось. Ну, а это все пока, ну, давай пока туда. Ладно, иди спать. Сейчас не успеешь, не добежишь. Ну, давайте считать так. 10 слизней я точно убил. 10 слизней наш. Лучшее место, конечно, для слизней это шахта черепа. Там они вот эти крупные ползают, это хорошо. Так, 400 тысяч, да, я заработал на вине и всем остальном. Нормально. Мы пойдем завтра вечером? Ой, завтра праздник, а что, завтра уже? Ё-моё, завтра. Завтра в шахту не сходишь. Так. Ну, бомбы нам не нужны. Я в шахту обычную пойду сейчас. А чё, она тут уже не помещается? А, тут бомбы не лежали никогда. Они лежали вот здесь. Отлично. Так, кварц. Сейчас, чё у меня кварц-то не засунулся? Не знаю. Поехали искать. Нам надо всего 11 штук. Завтра духи, да? Также Нима соберут, бомбочку прислали, отлично. Завтра мэр Льюис говорит про духов, это тоже хорошо. Так, икру пока не трогаю. Сегодня я должен сделать все. Джунима соберете. Жалко, Джунима не собирают эти. Как его? Блин, виноград собрать бы, 26-й, может еще успеем раз сделать. Трюфель жалко, Джунима не собирает, я бы их нанял бы и там бы. Было бы чудесно просто. Так, ткань у меня уже 104, ее можно уже перешить все на свете. Так, все, пока ничего не делаем. Дайте это все выложу, сейчас кварц выложу, бомбу выложу, и я пошел. Плотва, поехали. Мы вчера хорошо поработали, сейчас чисто сделаем упор на слизней и на... Блин, одно яйцо, так и думал, что оно где-то завалялось-то. Курица пустоты, надо продать, наверное, мне кажется. Одно осталось. Я ее обнял. Ну, чтобы не обижалась. Не слушай, что я говорю, мало ли. Сгоряча-то могу сказать. Давай виноград разберем. Может, еще успеем одну партию собрать. Завтра же у нас последний... Не, послезавтра. Все нормально. Завтра духи. Завтра день про... А, нет, он 22.00. Нормально.
Ладно, 2.00 мы все успеем с вами. Все, здесь я собрал, красавчик. Сбрасывай вот это. Сбрасывай вот это. И здесь в серебре можешь положить остатки. Хотя я их засуну лучше в катки. И это засуну в катки. Бомба у меня одна осталась. Нужна мне бомба? Нет, не нужна мне бомба. Пошли. Пошли, наверное, сейчас я ее выложу, чтобы она мне уже не доставала. 20 бомб. Это все нужно. Этого места, не знаю, хватит, не хватит. Может и не хватит. Ну, давай выложим здесь в доме. Только главное не забыть, что я здесь выложил. Мне не нужна же вода. Хотя у нас может и выпадет, а может и нет. Это и это не нужно. Топор, в принципе, тоже. Кирка и меч. Все, пошли. Ну, могу еды еще взять на всякий, если что. Если что-то пойдет не так. Давай так. Можем кофейка шандарахнуть еще там в шахте. Нет, рано экспресса обойдемся. Давайте обычного. Рано экспресса, он... Где он? Вот он был. Одна штука. Только надо понять, куда лететь. Все, я готов. В общем, разбирайтесь здесь. 8 утра. Я тут самое необходимое сделал, разложил. Сейчас пойдем долбить слизней. Слизни, конечно, в шахту черепа желательно бы. Ну ладно, мы-то ищем и других тоже монстров. Ну давай, я не знаю, куда идти. 105-й. Ребята, вы здесь бродите? Духи. Кальмар мне не нужен. Но он теперь будет меня преследовать, я думаю. Духи, духи. Ну да, слизи нужен, но правда по одному вылавливать. Эй, ладно. Мне больше не они нужны, а вот эти черные монстры. Вон где они? Где их носят сейчас? Ой, только не этот мусор. Ну чего вы тут в сундуках храните? Древний сок. Ну кому он нужен? О, вот эти вот. По-моему, они тоже считаются. Я не знаю точно, по-моему, они считаются. Как раз вот эти нам и нужны, и другие черные. С маской, по-моему, тоже это дух пустоты. Хотя я не уверен на 100%. Проверять выходить сейчас не буду, хотя стоило бы. А, мы сейчас и не проверим, через только несколько часов откроется клуб. Но они есть ведь. На этих уровнях можно набить и слизней. И духов. Есть тут кто? Есть тут кто? Опять пустые уровни. Абсолютно. Абсолютно пустые уровни. Здесь никого не надо, может, справа сейчас еще посмотрю. Духи, монстры. Да не бойтесь вы меня. Я как только выполню требования, и все. Я больше вас не потревожу-то. Да. Ну ладно, я ухожу. Вот дают. Мне еще копашек потом надо будет выковыривать на ранних уровнях. Ну там немного, конечно, но все равно поискать придется. О, вот этот нужен, да. Сейчас бы, я бы, наверное, в 2 часа пойду проверю. Я, наверное, пойду гляну, я убиваю правильных монстров. Если неправильных, тогда будем менять тактику. Мне надо было их убить, я точно помню, 12, 11, 11. Hello? Вообще где, вы офигели совсем, что ли? По одному монстру на этаж. Чего на меня не нападали, когда вы мне не нужны были? Ну, вернее, чего вас всегда было много? Не пройти просто. Нет, мыши нам точно не нужны. Но никак не пройти было. Теперь попробую найти. Один монстр на этаж. Это что такое вообще? 109-й. Когда-то у нас 2 часа. Мне надо проверить. О, вот эти мне нужны. Вот эти мне нужны, вот эти вот псевдо. Я не знаю, ну их тоже много, кстати. Что-то многовато их нарисовали, вам не кажется? Вот это я не знаю, к чему относится эта голова железная. Так, выход я открыл. Я, может, считается, может, нет.
замечательно. Вообще никого нет. Вот это, по-моему, псевдокраб. Так хотелось, чтобы он был им. Нет, ну с крабами вообще беда будет. Представьте, сколько их надо обыскать, чтобы они выползли. Лавовые вот эти крабы, или как они там называются. Это ж надо искать вот это. Тоже он может 1 на 5 уровней быть. Может на 10. Так, 14.00, пошли проверим. Тем более недалеко возле шахты. Я должен знать. Я должен знать, кого я убиваю. У меня не хватало 11, а ну рассказывайте. Сколько... О, грибочек. Сколько у меня в итоге получилось, давайте. Ну, жду информации. Так, слайм, осталось 16 штук. Это ни о чем вообще, это хорошо. Духи пустоты, действительно, это они. Я двоих убил. Ну, я думаю, один маски, один темный. А... Маски не железные, маски деревянные. Хорошо. Все, мы идем по правильному пути. 9 штук всего осталось духа пустоты. Копашки это потом. Меня больше волнует, наверное, каменный краб. Их надо убить 34 штуки, но они попадаются довольно редко. Ну, с мумиями я смирился уже, ладно. И динозавров мы набьем и так. А вот каменный краб, вот как я его буду выковыривать и где, скажите, пожалуйста. Ну так, поделитесь информацией. Еще и 36 штук. Как, вы что? Где его столько найти-то надо? Ну вот, надеяться, что он на тебя побежит внезапно. Вот в таком камне. Только надеяться на это, не знаю. Опять пошли уровни без монстров. Да. Ну хоть каких-нибудь дайте. Ну хоть слизней дайте, их-то надо 16 штук-то убить. Дайте хоть слизней-то, люди. Когда я убью 1000 слизней, они ж там мне приз дадут, да, по-моему, я... Нет, мышь, ты не нужна вообще, ты вообще не в тему. Мне, короче, надо было сюда... А, вот он один, есть. Одного наш... Два даже, вы что? Три даже сразу, да это же успех. Нет, это реально успех, это столько... А мне надо было 9, да? 6 еще осталось, но нам напишут. Ладно, не ходи тогда, давай вниз. 6 осталось. 6 и 15. 15 слизней. Вот будет 14, он меня не убьет. Мыши не нужны абсолютно. Дайте мне змей. Ты не считаешься, к сожалению, приятель. Или я тебя уже убил, или ты не интересен искателям приключений. А вот крабы. 36 штук. Хоть бы один проявился, смотрите. О, спасибо. Я рад, что ты меня ударил, приятель. Я так рад, что ты меня ударил. Тут мне выпала фигня, которую не могу взять. Нет, взял, нормально. Это, конечно, прикольно. Это здорово, спасибо. Вот это еще бы, вот это бы еще крабом бы оказался. Но нет, судьба не так добра сегодня. Я взял свинцовый пруд, он ничего не стоит. Ты краб? Нет. Бомба. Честно, задолбали вы без... За уровни без монстров? Ну, где они? Ну, что это такое? Ну, скажите. Так, я же могу выйти, но подожди, мне кажется, там... Мне там кажется, кто-то от меня что-то скрывает. Мне еще надо найти 6 штучек этих. Да, это... О, один. Спасибо тебе. 5 осталось, по-моему, да? Я иду за вами. Так, я никак не помню, какой это слизень. Так, вы не... А вы не? Здесь нет краба псевдо? Псевдокамня? Нет. Они нет. Это я на каком уже? На 116-м. 18.50. Целый день угробил на это дело. Но зато слизни набил. А ну, крабы, выползайте. Ну вы же должны ж быть-то, ну ж как.
Где вы? Где монстры в шахтах? Кто-нибудь, верните мне монстры. Отлично, еще один. Это был третий, еще четыре. Пятый был, пятый, еще четыре. Еще есть. Так, это выход, давай. Это шахта с чем? Это считается черепом, нет? По-моему, нет. Или считается? Скелетом считается, нет? Нет, по-моему, это ни о чем не говорит нам и не считается вообще никак. Это плохо. Вот бы шахту с динозаврами найти, вот там сразу можно набить штук 10. Не, они мне не нужны, они мне не интересны, да. А бьет неплохо. После тебя выход должен открыться, да? Нет? А чё про него? Должен выход открываться. Нет выхода? Выход был там, где должен быть. Так, это третий. Еще два. О, краб. Ну ладно уже, я тебе... Кому-кому? О, это второй. Еще один. Еще один, короче, с маской на морде. Кому-кому? Ну тебе я разрешаю меня бить. Можешь меня бить как хочешь. А вон последний. Ну, по идее, последний. Нет? Нет, еще, значит, один. Значит, еще один. Я думал, уже все, финальный. Это какой, 119 уровень? Я уже почти что шахту зачистил. Вот это, по-моему, краб. Вот, вот он лежит и молчит. Смотрите, вот это он. Давай. Блин, не он. Краб? Нет. Краб? Нет. Это ты нам не интересен. Хотя он бьется сильно. Все, это 120 уровень, походу, да? Ой, слизень, красавчик. Убей меня еще, давай. Почти убил. Я не сдаюсь. Ну что, давайте еще копнем. 120-й, следующий уровень. Смысл-то его открывать. Давайте чуть-чуть. Давайте копнем чуть-чуть нас. На 10 уровней выше давайте возьмем. Так, давай вылезти из шахты. У нас еще час есть. Давай сюда. 105-й хороший уровень. Там монстры, думаю, о! Только главное, чтобы тебя сейчас не убили, конечно. Сразу выход дали. Даже два. Вот монстры добрые, да, когда знают, что им конец пришел. Сразу выходы открывают. 105 уровень. Я там уже при смерти вообще-то. Вот этот меня все ударит. Я могу больше не... О, иди сюда. Вот это мне и нужен, наверное, последний. Да, вы убили достаточно монстров для награды. За наградой обращайтесь к кому? Правильно, Гилу. А сколько аж, интересно, слизней у меня там осталось-то? Ладно, давайте, наверное, все. Все, мы убили один вид монстров, это точно. И это очень круто, очень здорово. Подождите, там алмазы у меня сегодня. Про них-то я и забыл. Сейчас алмазы сейчас я заберу и сразу все продам. Шикарно. Ну, красавцы. Хорош. Так, алмазы пошли. Алмазы 26 штук ушли. Хорошо. 0,40. Сейчас я это еще сдам. Половина всего уйдет сразу. Вторая половина идет сюда. Еще дерево. Дерево считается, что у меня такого и нет. Так, есть. Пошли, наверное, своих слизней чуть-чуть проредим. Сейчас ночью как раз мы добьем нужное количество. Их там и так многовато сейчас. Сколько там убил? Нет. Сколько мне на слизни убить? Твою дивизию. Сейчас меня еще и тут грохнут. Я не помню, сколько мне надо убить.
На ними все равно не нужны. И тем более у меня яиц куча, мне надо их... Или меня уже засчитали, я уже не знаю. Сколько слизней убить-то надо, боже ж ты мой. Я не знаю. По-моему, уже должны были засчитать. Так, я сейчас сознание потеряю. И, в принципе, будет по делу мне. Так, мне надо к Гилу зайти, проверить, сколько мне осталось. По-моему, слизня что? Слизня выполнил? Может, я не увидел оповещение слева? Но было 14, сколько я убил? 4. Может, одного не добил. Может, одного и не добил. Сейчас посмотрим. Так, зато мы проредили эту часть слизни. Сейчас, наверное, засунем туда яйца, которые у нас покрупнее там есть. Красное у нас есть. А потом еще в обновлении тигровое появится. Слаймовое яйцо я тоже его хотел вывести. Так, ну ладно. Кофе. Я, кстати, кофе так и не выпил. Но, кстати, спасибо, да. Мое утро не будет полноценным. Отлично. Все, сегодня день духов. Забираем тыкву. Что тут можно выложить? Так, это я выложил, пусть лежит тут и чуть выше. Даже еще 4 набил вот таких вот штуковин, это круто. Так, нефриты понавыпадали, слизь и все остальное. Надо пойти награду забрать будет. Если она сегодня, они сегодня работают, конечно. Может, конечно, та часть будет закрытой, да? Верхняя часть. Не исключаю. Не исключаю, что такое может быть. Я так тоже этот не понимаю, что нельзя просто сделать было список монстров, которых надо убить. Ну все ж есть, монстров нет. Ходи в гильдию, спрашивай каждый раз. Может это, конечно, пофиксят и сделают так, как надо, но немного неудобно. Все, Джонима собирает последний урожай. Так, есть. Сейчас гриб сброшу. Пойду я сейчас яйцо слаймов опять засуну, чтобы популяция размножалась. Куда я его выложил, вы не помните? Я уже не помню. Яйцо слайма, куда я дел? Куда-то засовывал. Подожди, тут у меня кокос, он тут не должен быть. Так, тут тоже ничего не было. Яйцо слайма, по-моему, я там его оставил. Вот здесь. Там, где все остальные инструменты, да? Да, вот у меня 2 зеленых яйца слайма, еще одно синее там валяется. Так, давай вот это заберем тогда сразу. Красный даже есть слайм. Ну, давайте по очереди разводить их. Там немножко их прирезали. Но мне кажется, что я не добил, возможно, одного. Может быть, 2. От силы. Так, да, это сюда. Кокос пошел. Трюфели простаивают, все. Ферма наша закрывается на зиму. Давайте зеленого засунем, потом синий у нас еще есть и красный еще есть. Но красный самый агрессивный, конечно. Так, их стало меньше. Причем намного. Но сейчас будет больше. Все, пусть размножаются дальше. Слизь можно было собрать, можно не собирать. На тему воды, размножайтесь, короче. Но вы мне уже тоже не нужны. И у меня скоро кольцо будет, которое позволит... с вами нормально общаться. В общем, мне надо разных видов слаймов туда засунуть, чтобы можно было увидеть все виды их. Тогда я буду их подрезать в любом случае. И дальше. Заходите подрезать. Чтобы засунуть тигровых, потом еще красного засунуть надо. На синий так был зеленым. Ладно, посмотрим. Меня, наверное, сейчас не пустят верхнюю часть, да, чтобы я посмотрел. Я просто мог не увидеть, что я их собрал уже. Хотя я не мог набить 16 штук. Точно один, наверное, остался или два. Вот такое ощущение. Сейчас я, наверное, если меня сейчас не пустят в гильдию приключений, я, наверное, залезу быстренько. Сделаю. Заданница. Сам себе поставлю. Я ж могу телепортироваться в пустыню. Да, пойдут, наверное, там от... отлуплю сразу, кого найду. 9 утра. Так, у нас поломка. А это сломались ворота. Ну, нормально. Это не забор сломался. Ну, естественно, курица теперь тебе не даст поставить ворота. Это ж курица ж зараза.
Не дает. Еще и забор там, в общем, там вообще ничего не видно. Так, окей. Давай быстро, я хочу тогда еще полупить слаймов. Там еще два сейчас осталось. Давай, трюфели у нас нет. Ух ты, как быстро. Трюфели ждем сегодня к вечеру. Что хоть какие-то появятся. Так, сбрасывай икру. Сбрасывай это. Забрасываем еду. Сегодня нам не понадобится. Ну, слаймы. Они, конечно... Их много. 1000 штук. Но в процессе игры они так как... Повсюду находятся. То ты их в любом случае набьешь к концу игры. А вот все остальное... Это надо выискивать. Ну еще. Мы уже где-то, наверное, процентов 40 или 50 всех монстров выбили. Так, это я продать надо не забыть. Что мне еще надо было сделать? Да все, в принципе. Хотел проверить, пустят ли меня. В принципе, я и сам поеду. Короче, пошли сейчас в шахту черепа. Быстро убьем какого-нибудь слайма крупного. Первого попавшегося. В шахту черепа я точно же доберусь. Точно доберусь. Ой, ё-моё, сегодня фрукты. Съездил в шахту черепа. Да, ну ладно. Тоже вещь полезная, в принципе. На улице. Завтра да не забыть собрать последнюю партию. Внизу. Там открыто, сейчас разбегутся свиньи. Ну, пусть бегают. Все равно я только вечером сюда вернусь. После Хэллоуина. Отлично. И сюда. Гриб забываю собирать. Кстати, он, наверное, помрет, да? С приходом зимы. Ну, конечно, я думаю. Думаю, помрет. А я надеюсь, сюда. Ждем выроста деревьев. Можно, конечно, было их подкормить, чтобы они росли быстрее, но и сами вырастут. Или они зимой не растут? А, ё-моё, они же зимой не растут. Ой, ё-моё. Ну, за два дня они точно не вырастут. Или растут? Нет, они не растут зимой. А, с удобрением, наверное, будут расти. То есть с удобрением, наверное, пойдут. Так, это я сдам. Можно поставить? Нет, там куры бегают. Пошли посмотрим. 13.00. Добегу? Нет, не добегу. Сейчас могут, конечно, написать, что идут приготовления. Скорее всего, так и будет. Я, наверное, туда не попаду сейчас. Идут приготовления. Приходите, типа, завтра, да? Нет, нормально. Я думал, меня не пустят в эту область. Или это внизу считается область? Хотя могут быть закрыты сегодня двери и здесь, и там. Сейчас как раз и проверим. Димитриус все что там изучает. Лишь бы ничего по дому не делать. Ну, ждем. 10 минут жду. Я к вам с мухомором, между прочим. Расскажите мне, сколько мне слаймов осталось добить. О, привет, хорошо, что вы сегодня работаете. Гил, проснись, у нас посетитель. 7 слаймов, короче, 7, Карл, 7 слаймов. Я, короче, не добил у себя 7 слаймов. Хотя я думал больше. Не знаю. Давай быстро, наверное, сейчас реагируем. Как нам быстро среагировать? 7 слаймов, это же вообще понт. Мне что добивать-то? Камон. Я мог своих, конечно, зарезать 7. Да я думал, их больше набил. Кажется, нет. Побежали. Подожди, кокос. Это валюта. Это не просто уже. Вкусная вещь. Кактус. Давай кактус возьмем. 7 штук всего. 7 слаймов. Мелочь. Это не слаймы.
Вот посмотрите, я теперь слайма буду искать, наверное, неделю. Пойду в итоге... О, блин, а я бомб не взял. Ну ты красавец. Ну ты просто красавец. Бывает в жизни огорчение. Нашел мумию, забыл бомбу взять. Ты просто красавец. Ай. Давай, 57. Дошел, увидел мумию. Не слайм, конечно, но что... Подожди. Дайте мне вот так сделать. У меня и грибы, и все на свете. На этом сильно задерживаться не планирую. У меня сегодня Хэллоуин. Что ты творишь? Давай. Еды у нас предостаточно. Я яблоки не выбросил, поэтому можем их есть. Конечно, это дорогое удовольствие. Ну... Слайм. Это не слайм. Но взять могу, конечно. Слаймы. 7 штук всего. Я не хочу своих убивать. Ой, даже дырка. Слаймы, вы где? Короче, нет тут слайма. Давай прыгай. Может, на уровне 5 прыгнем? Отлично. Так, этих не, эти нам не нужны. Ого, лупанул. Нет, ну вы-то мне нужны, да. Против вас ничего против не имею. Только вы не убивайте, пожалуйста, очень быстро, потому что мне слайма надо. Сначала найти 7 штук. Одного нашел, но это опасно, конечно. И он один. Мне нужен крупный. Так, одного убили, отлично. Камни валяются. Обычно хватать не будет. Скажешь, типа, нет ничего. Во, ну давай. О, это то, что надо. Так, стой на месте, не двигайся. То есть тебя будут бить. Как раз эти ребята нам и нужны. Сколько там? 6 штук надо. О, вот этой семьи, по-моему, хватит с головой, не? Ты не последний? Нет, ты не последний. Они точно считаются? Не как один, нет? Только ощущение, что он... Что мне надо... 7 крупных убить. Да, есть, наконец-то. Наконец-то мы выбили эти слаймы. Все, мне они больше не нужны, все, идите в баню. Все, мне все равно. Мне все равно, дайте мне обратно вернуться. Мы сделали это. Мы это сделали. Верните меня к лошади. 17:40, пока там еще ничего не началось. То потом скажешь, там праздник уже. Верните меня к Гилу, я хочу 2 награды свои получить. Это все, что мне нужно на сегодняшнюю минуту. Шахта, город, шахта. Шахта, да. У меня тут лошадь осталась, отлично. Димитриус все еще делает вид, что работает. Ну что, господа, я все-таки это сделал. Проверяем. Слаймы есть, духи пустоты есть. Норма выполнена. Дальше будет, конечно, сложнее. Копашек выковыривать с ранних уровней скелетов, но не на ранних уровнях, это хорошо. Пыльные духи выполнены. Каменные крабы мы видели, как они появляются. Нужно еще больше половины. Мумии сложная вещь. Бомбы главное не забыть. Перечный динозавр не проблема. Я думаю, мы его набьем. Ну и змеи не проблема. Все, дальше уже дело в шляпе. Ну давай, мне что там. Подожди, награду у тебя брать, да? Да, смотрите, вещь. Кольцо дикаря. Скорость движения ненадолго увеличивается после уничтожения чудовищ. Ну это понятно. А вот это самое интересное. Кольцо укротителя слаймов. Это одно из самых интересных колец, которые можно представить. Я рад, что оно у меня есть. То есть теперь я могу с этим кольцом, да, пойти в свой слаймозавод, и меня никто не будет бить. И вообще меня никто в пещерах не будет с ним бить, да? Так это значительно упростит мне нахождение других монстров, если меня не будут отвлекать слаймы. Потому что слаймы, они повсюду. И это кольцо я надо носить, наверное, с собой постоянно. Нет, если ты идешь в шахту, тогда носи с собой. Так что ты его будешь таскать с собой. Не надо его с собой постоянно носить. Тут реально от него не отлепишься. Но я хочу проверить. А ну дайте мне. Это интересный момент. Дайте мне кольцо слаймов. Дайте мне... Подожди, где мой рюкзак? Вот он. Кольцо укротителя слаймов. Света стало меньше. Ну, мне страшно. Подождите.
Я его надел? Ну. Ха-ха. Я победитель. Вот это уже оно, смотрите. А теперь можно выращивать любые слаймы, я теперь их друг. Они меня даже не толкают, обалденно просто. Это круто. Нет, это реально круто. Это кольцо надо положить в самый важный сундук и брать его, когда мы идем в шахту. Все остальные пролетают мимо. То есть мы теперь можем свободно. Я не продал пруд, кстати. Блин, буду его таскать теперь 100 лет. Ну ладно. Ничего страшного, 19:40. Сейчас побежали вниз. Яблоки выброшу. Нет, это очень крутое кольцо. Очень крутое. Особенно в наших делах. Вот именно на этом уровне, когда нам уже не надо их убивать. И когда нам надо просто пройти там какой-то участок, тот или иной. И концентрироваться только на этих. На змеях или там еще на ком-нибудь, кто на нас будет нападать. А это здорово, да. Поэтому это кольцо надо на самое видное место положить. Мы это сделаем. Так, дайте я хоть майонез сегодня продам. Ты больше ничего не делал? Охотился на слаймов, извините, и на непонятных существ. Кстати, с существами нам чисто повезло. Если бы я не искал артефакт, который выпадает только из них, сейчас бы мне надо было их убить 250 штук. А представьте, найти вот этих тварей 250 штук. По-моему, это даже хуже, чем мумии. Мумии там хоть... Нет, мумии хуже, мумии, наверное, нет. Но все равно. Неприятный бы был бы очень враг и монстр. Пыльные духи мы набивали эти... уголь на них, поэтому их мы и выполнили. Практически всех. Да, выполнили, я же их не добивал сейчас. Так, окей, сейчас я подожди. Остальное доберем чуть позже. 21:10, я думаю, шахту добежим. Я просто не продал вот этот пруд. Выбрасывать жалко, все-таки 100 монет. Здорово. Пруд забыл продать. То что вы закроетесь. Только продай пруд, а не кольцо. Во. Даже 150, между прочим. Между прочим, 150. Давай сюда. Так, давай, наверное, мы вернем назад мое кольцо. А это аккуратно сложим в сундук, который я не забуду, что у меня оно там лежит. Но этот сундук вот. Обычно вот такие редкие вещи я сюда складываю. И тут у меня даже еще коса лежит, если что. И у меня живоды. Давай вот эти два кольца. Вот, очень здорово. Вот у меня еще кто-то вот надо засунуть до красного слайма. Подожди, у меня же был красный слайм. Не здесь ли? А, бомбы, бомбы, бомбы. Нам они пока не понадобятся. Дальше будем другую страту. Давай сюда этот слайм, давай переместим. Пусть он тут лежит. Чтоб не доставал. Все, те шахты там потом пусть. Тут зеленый слайм. Может, и тут туда. Еще синий у меня валяется в сундуке. Давай тут, наверное, туда засунем, чтобы я знал, где у меня слаймы. Я их выведу всех по одному, либо оставлю так, как есть. Не знаю. Кепки куда-то надо тоже вдеть. Ну, комоды надо поставить. Комод или что-то такое. Туда шорты засунуть, широкие брюки. Это вообще-то не шорты. Но все же. Кольца у меня, кстати, тут лежат, но чтобы их не путать. Так, сапоги армейские нафиг особо не нужны, артефакты. У меня, кстати, две батареи, если я их покупал. Ну и ничего страшного. Тоже пристроим куда-нибудь. Леденец один вообще. В истории. Кстати, вот эти штуки у меня в другом месте лежат, поэтому слайма можно легко засунуть сюда. Так, все начинается у нас уже. День всех святых. На городской площади. Сейчас мы туда и поедем. Сейчас только еще вот это разбросаю. И гриб, гриб, гриб. Гриб, мухомор, поганка. Выходи. Есть. Эти 30 у меня здесь лежат. В каком-то из ящики. Где-то я их делал. Где, не помню. А, вот они. 35 будет.
Все готово. Ну, поехали на городскую площадь, тыкву заберем. Охотник ты наш, на монстров. Так, привет, да, здрасте всем. Окей, могильный камень, фонарь из тыквы, редкая пугало, я все это покупал, лишние мне не нужны. Всем слишком страшно. Я иду за золотой тыквой. Я хочу посмотреть, как там пени поживает. Вот это мне больше всего места нравится. Пар от этого котла, у меня кружится немного голова. Прикольное место здесь. Домик. Поэтому дедушка и женился на ней, я думаю. Из-за того, что она зелье сделала и все. И нас напоила им. Так, ну что, пошли тогда. Давайте еще походим по углам. Касса здесь уже была, подождите, нет. Все-таки мне этот лабиринт нравится. Необычный, привет. Ох, вы меня нашли. Пару не говоря, мне было очень страшно, поэтому я прячусь, только никому не говори. Ладно, я молчу. Я бы усовершенствовал бы, конечно, праздники. Добавил бы чего-нибудь эдакого. Но все-таки праздновать каждый раз одно и то же на протяжении многих лет. Что-то бы менялось, какой-то, я не знаю, какой-то конкурс бы был. Привет. Дальше не могу, пауки. Понимаю. Найти тыкву хотя бы в разных местах. Вот это было бы уже интереснее, вы согласитесь. Да, Сэм? Странно, впереди просто тупик. Но я готов поклясться, там что-то было. Сэм, сколько лет, а ты все не знаешь, что здесь в кустах дырка, которую можно легко обойти. Отлично, тыква моя, который год подряд. Спасибо, я теперь могу отсюда смело уваливать. Какая там, интересно, у меня третья или четвертая уже тыква. Все, можете расходиться, тыквы здесь уже нет. Но она неплохая, если с кем-то, конечно, надо прокачать дружбу. Ее любят все. Причем сразу сердце 2, наверное, прокачивается, если не больше. Ну, может, полтора, ладно. Может, полтора. Это тоже реально. Ну ладно, все, я, наверное, пошел. Я, наверное, не буду тут сильно ходить. Ну ладно, давай еще посмотрим. Тут же Лея что-то ест. Кажется, я немного перебрал эту квиновую, или она пьет. Ну правильно. Добрый вечер, Шиди. Как тебе лабиринт с привидением? Он очень жуткий. Ты тот чудной человек из башни построил его в одиночке. Пока строил, никого близко не подпускал. Все, я пошел. С остальными я уже знаком. О, 2 скелета. Давайте их убьем для статистики, слышишь? Не подходи близко к клетке. Так давай их убьем, а ты мне их засчитаешь. Мне их искать еще в следующей серии. Обновление аж так хрен мы дождемся. А вот их бы могли бы нам и записать. Так, ладно, 0-0, я не знаю, успею собрать еще трюфели. Хотя какая разница, завтра последний день, в любом случае успеем собрать. Никуда, не думаю, не денутся, да? Дайте хоть часть соберу, хоть здесь попробую. Завтра с утра как заряжу. В смысле трюфель. В аппараты сразу, у меня уже все будет. Вот интересно, с обновлением 1.5 мне добавятся новые виды монстров, которые для достижения надо убить? По-моему, добавятся. Я там не посмотрел, конечно. По-моему, должны быть. В гильдии, я имею в виду. Список увеличится? Или нет? Монстры-то новые появятся. Ого, сколько тут всего навалило. Надо все собрать. Хотя примерно, чтобы завтра сделали столько же. Все сделает, конечно. И все, и зима, все, у нас заработки заканчиваются. На трюфелях, я имею в виду. И это очень грустно. Оперативненько.
Меня мега оперативник. Я сама оперативность, давай сюда. Нет. Иначе это будет самый страшный Хэллоуин в истории. Все, все. Я уже возле дома. Все-таки телепорт рулит, да? Все-таки телепорт рулит. Не факт, что добегу, конечно, домой до кровати, но зато в доме. С телепортом стало проще выживать. Ну все, друзья. Дальше, как обычно, по плану ждем. Ждем обновления. Если обновления нет, идем искать следующую пару монстров. Ну или пару, или одного монстра, как повезет. Самое страшное, это, конечно же, мумии. Которых надо выходить отдельно. Их фиг найдешь. Последний день осени, последний трюфель сегодня и последний, собственно, заработок. Я уже верю и надеюсь, что на следующей неделе хотя бы, ну, надеюсь, что, ну ладно, две недели еще может быть. И оно уже появится, потому что все уже монстров начинаю сбивать по одному. Ну что это такое уже? Когда я на монстров охотился? Да никогда в жизни. Спасибо, что смотрели, друзья. С вами был Дмитрий, канал Shadwell, игровые миры. До новых серий, Stardew Valley. Пока.